Всем привет, дорогие друзья, и небольшой обзор сноса Ворошиловского моста в Керчи. Работы продолжаются, ну и посмотрим, каков прогресс на сегодняшний день. Как мы видим, северная устойная опора полностью демонтировали 8 пролетных балок на одном из пролетов. Так что вот с северной стороны с устойные опоры полностью пролет демонтирован. Кран перегнали на ту сторону, и, так я понимаю, с той стороны начнут продолжать демонтаж балок следующего пролета. Ну, здесь пока без изменений проходят, как мы видим, провода ЛЭП. Вот такой на сегодняшний момент объем работ выполнен на демонтаже Ворошиловского моста. Ну и теперь основная часть ролика. Мы двигаемся с вами по трассе Ялта-Севастополь в сторону села Озерное, где находится Чернореченское водохранилище. Вот мы свернули с трассы Ялта-Севастополь и двигаемся по живописнейшим местам в сторону Байдарской долины. Посмотрите, здесь, как видно, недавно был произведен ремонт дороги. Ну и вот здесь, собственно, кончается. Это вот мы повернули с вами на село Широкое, первый населенный пункт в нашем путешествии вот к Чернореченскому водохранилищу. Село Широкое расположено в западной части Байдарской долины, во овраге притока реки Черная. Это у нас все Балаклавский район города-героя Севастополь. Ну вот посмотрите, здесь вот дорогу подремонтировали, видно такими вот картами. Ну, в общем и целом, в очень хорошем состоянии дорога. И вот мы с вами в селе Широкое. Высота центра села над уровнем моря 300 метров. Население села составляет около 600 человек. И площадь села около 63 гектаров. Также присутствуют здесь два лежачих полицейских на дороге, будьте осторожны. И вот мы поворачиваем направо и двигаемся к месту нашей поездки, село Озерное. Оно находится совсем недалеко. Село это было построено вместе с Чернореченским водохранилищем, расположено в западной части Байдарской долины, у западного побережья Чернореченского водохранилища. Высота центра села над уровнем моря 244 метра. Население села составляет около 155-160 человек. Ну и площадь села совсем небольшая, 16,3 гектара. Вот давайте немножко прокатимся по селу и посмотрим. Живописные, я уже сказал, места здесь. Ну, вот такие маленькие проулочки здесь. Ну, и заметьте, везде есть асфальт. В одном месте он получше, в другом похуже, но асфальт присутствует. Так что грязи здесь никакой нет на дорогах. Вот тут всего-то есть 2,5 улицы. Ну, и, наконец, цель нашего путешествия – Чернореченское водохранилище, которое находится в центре Байдарской долины, как я уже сказал, вблизи села Озерное в Балаклавском районе города Севастополя. Водохранилище естественного стока, источник заполнения река Черная, имеет в длину 3 километра 450 метров, в ширину 3 километра 500 метров. Фактически ширина и длина его практически и фактически одинаковая. Площадь зеркала воды 6,4 квадратных километра. Средняя глубина водохранилища 10,7 метра. Наибольшая глубина 31,5
12,7 метров. Проектный объем водохранилища 64,2 миллиона кубометров. Ну, естественно, как вы сейчас видите, намного его меньше. Эксплуатационные запасы водохранилища 44,3 миллиона кубометров. Ниже 7 миллионов кубометров начинается красная зона, которая угрожает состоянию водоема. Среднесуточное потребление воды 120-140 тысяч кубометров. Водохранилище питает город-герой Севастополь и близлежащие села. Вот такая дамба здесь. Ну и изыскания на реке Черной в целях водоснабжения города Севастополя проводились аж в 1938-1940 году. Но началась Великая Отечественная война, и все на этом остановилось. Зато после войны решили вернуться к этому насущному вопросу. И 26 апреля 1949 года Совет министров Советского Союза принял распоряжение о строительстве водохранилища в центре Байдарской долины. Строительство плотины высотой 28 метров завершилось в 1956 году, что позволило собирать 33,2 миллиона кубических метров речных вод. Собственно говоря, эту плотину мы сейчас видим с вами и на экране. В 1977 по 1984 годы плотину нарастили до современной высоты 36 метров. И сейчас Чернореченское водохранилище является крупнейшим по объемам воды в Крыму. То есть это самое большое водохранилище на Крымском полуострове. Ну и вот несколько интересных фактов по этому водохранилищу. В 2012 году из-за жаркого лета и осени возникло истощение запасов водохранилища. Период недостаточного количества осадков продолжался около 3 лет, и к декабрю 2014 года объем воды сократился до критического, до 7,16 миллионов кубических метров. А как я уже сказал, до отметки 7 миллионов начинается красная зона. Но за счет обильных осадков уже к 20 мая 2015 года объем увеличился до 49 миллионов кубов. Водохранилище никаким образом не зависит от Северо-Крымского канала. Как я уже сказал, естественно, наполнение от реки Черной и подземных источников. Так что за короткий, достаточно короткий срок, до 7 миллионов, до 49 миллионов, не правда ли, вот какие схожие ситуации сейчас в данный момент. В 2014-2015 годах в районе водохранилища были пробурены дополнительные скважины, вода из которых самотеком стала пополнять запасы со скоростью от 10 до 15 тысяч кубических метров в сутки. В октябре 2015 года и в феврале 2016 года объем воды составлял 40 миллионов кубов. И вот в октябре 2020 года, совсем недавно, объем воды составлял 15,6 миллиона кубических метров. Ну, в принципе, где-то на таком же уровне, может быть, чуть поменьше, и сейчас находится объем воды в Чернореченском водохранилище. Были приняты необходимые меры, чтобы не только Чернореченское водохранилище питало город Севастополь водой. Как мы знаем, заработал Кадыковский карьер, из него ежесуточно в систему подачи воды в Севастополь подают 15 тысяч кубов. Построили водовод длиной около 10 километров. Тоже довольно-таки сложное строительство было с перепадами высот там. И сейчас Чернореченское водохранилище до 15 тысяч кубов экономит воды за счет Кадыковского карьера. Там тоже
такой плавучая насосная станция построена прямо в центре Кадыковского карьера. Ну и сейчас строится Бельбекский водозабор, который к 1 марта должен быть сдан в эксплуатацию. И он будет поставлять систему водоснабжения Севастополя до 50 тысяч кубических метров воды. То есть это еще один источник, который позволит экономить воду из Чернореченского водохранилища. Сейчас идут уже несколько дней дожди, и потихонечку приток воды увеличивается по всем фронтам. Так что мы с вами даже видели, вот я вам показывал в предыдущих роликах, Изобильнинское водохранилище, видно, как по склонам рек течет вода, собирается вот в водохранилище. Собственно говоря, и здесь такая же ситуация. Кто не видел этого ролика, обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю в конце ролика во всплывающих окнах. Вот такая здесь красота. Очень много здесь рыбы. Но сейчас рыбу здесь ловить нельзя. Водохранилище обнесено забором. Здесь присутствует охрана, но так как это санитарная зона, режимный такой объект, потому что Севастополь, вот до последних моментов это был один из источников, самый крупный источник поставки воды в Севастополь. Ну, там был еще потом сделан Днепровский водовод, который поставлял воду, но никак не зависит это водохранилище от других источников наполнения, кроме как естественное наполнение от осадков и реки Черная. Вот такое здесь красивое место, зона отдыха Байдарская долина. Но, к сожалению, сейчас вот если посмотреть, ну сколько там воды. Из 64 миллионов кубов проектной, я думаю, здесь сейчас ну, миллионов 10-11, ну 12 максимум, я больше думаю нет. Но сейчас, как заявили власти, федеральные власти, что проблем с водоснабжением Севастополя уже нет, уже снята эта проблема. Естественно, еще осталась проблема со снабжением Симферополя, но эти вопросы решаются, и решаются, как вы видели вот по моим роликам, довольно-таки успешно. Ну а сейчас идут затяжные дожди, опять же я вам показал дорогу от Севастополя, от Ялты, извиняюсь, через Севастополь до Керчи. И на протяжении всей моей дороги шел дождь. Где-то сильный, где-то чуть поменьше. Так что теперь вот выпадает снег. На Айпетре уже снег лежит. И это вселяет надежды, что водохранилище довольно-таки быстро заполнится водой. Ну а теперь мы посмотрим вот такие красивые виды. Видите, через горы переваливаются грозовые тучи. Это вот сейчас зима на Крымском полуострове. Вот небольшое там озерцо тоже вдалеке мы видим. И раскинулись вот вдоль гор села. Байдарская долина – одно из самых живописнейших мест Крымского полуострова. Кто здесь не был, обязательно побывайте. Не только вот на пляже валяться, жариться, но вот в таких местах тоже нужно побывать. Интересно. Ну, естественно, кто без личного транспорта, это сделать намного сложнее. Хотя есть фанаты вот такого отдыха, полазить по горам. Когда я ехал по дороге, вот Ялта-Севастополь, довольно-таки много людей видел, вылазили откуда-то из леса с этими с палками, с лыжными. Много видел вот этих скалолазов. Так что очень много людей вот отдыхает так. Ну а мы с вами наблюдаем вот такие красивые виды. Еще раз хочу сказать, что это Чернореченское водохранилище, самое крупное водохранилище на Крымском полуострове. Снабжает оно это водохранилище город Севастополь.
Ну и будем дальше продолжать, дорогие друзья, наблюдать с вами за тем, как строится Бельбекский гидроузел, вот, Кадыковский водопровод. Ну, а я на этом заканчиваю. Всего вам хорошего и до свидания.